И всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Смяу. И сегодня я бы хотел вам показать свой город. И это уже шестая часть, по идее, где я буду вам показывать город. И очень много нового всего появилось. И, во-первых, это отель. Вот, то есть отель вот такой вот, реально отель. Угу. Дальше. Вот такое вот здание, очень классное. И также вот здесь гаражные двери, кустики, зелени больше. И также проработанные достаточно. Тут все, в принципе. Вот, проработанное все. Итак, идем теперь в город. А город у нас тоже стал очень крупным и большим. И, во-первых, я бы хотел вам показать дамбу. Вот, то есть дамба, и тут у нас льется вода с двух сторон сквозная. То есть везде вот так вот, как можете увидеть. Ну, то есть, вполне реалистично. Итак, дальше. У нас появилась парковка. Вот. Новая. Потом. То есть, фонари такие. Так, я знаю. Так. Включу другие шейдеры, а то... то что-то плохо. Итак. Вот. И новые здания появились. Три новых здания. Вот первое. Такое классное кирпичное здание. Как по мне, очень прикольно получилось. Вот. Также второе здание. Вот тут, как видите, банкомат стоит. А тут у нас есть парковка тоже. Такая. Угу. И сверху здания у нас есть вот такая классная лестница. Вот. И тут вот такой вот отель у нас получается. Крутой. Вот, поэтому да. Прикольный отель. Итак, тут парковки там как бы, да. Вот тут мусорки. И все такое, да, это я не очень хотела рассказывать, но ладно. Так, вот тут у нас поляна. Здесь у нас ничего не изменилось. Магазин продуктов. Магазин техники. Ну, как бы второй этаж пустой. С парковкой. И нормально, реально. Вот, ну то есть такой вот большой город... уже получается. Вот, как видите, очень классно. Так, вот еще хочу показать. Тут выезд из города. Ну, то есть тут такой переход идет в обычную такую тропинку, максимально простую. И дорогу тоже такую. Не супер качественную. Также люки уже не такие качественные, как в городе. И все такое. Вот тут. Банкоматов также поставил по городу, чтобы, если что, можно было снять всегда деньги. Ну, почти всегда. Только пройти придется довольно долго, чтобы их снять. Вот, поэтому да. Угу. Кстати, тут... тут интересно, есть банкомат? Не знаю. Поставь. Так. Ну и в общем, вот так вот это все классно выглядит. Также очень много модов. Очень много модов. Вот, как видите. И это очень круто. Да. Тут просто есть моды на вкус... каждого, мне кажется. Вот. Также хотел показать то, что
проработанные квартирки. Вот такие. Ну, то есть, типа, если вы... Ой, если я буду снимать сериал, то... Ой-ой-ой. Тихо. Ну, типа, допустим, вот это уже выглядит очень классно. Допустим, да? Вот просто для сериала. Допустим, «Ночи в отеле» какой-нибудь сериал. Вот, и все. Уже классно, приюшка готова. Вот, то есть... Угу. Ночью также подсвечивается все. Вот здание. Ну, то не очень, но вот здесь в окнах свет горит. Некоторых. Чего? А тут что? Не понял. Ладно, какой-то бак со светом, наверное. В общем, также кусты везде. И обновление будет, поставлю холмы. Ну, а сегодня на этом мы закончим, скорее всего, потому что реально уже я показал весь город, что только можно было. И вот мне нравится вот эта крыша. Еще хотел сказать, да. Ну ладно, давайте тогда, ребята, всем пока, дорогие друзья. С вами был я, Смяу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, одевайте маски, мойте руки. Всем пока!